Шелководство. Одной из важнейших реформ в сфере за последние 3,5 года стало внедрение кластерной системы. Теперь цепочку производства от кормовой базы и выращивания кокона до готовой продукции с высокой добавленной стоимостью называют не иначе, как локомотивом развития отрасли. Возрос интерес участников кластера, инвесторов, повышается эффективность работы. Тему продолжит пример из Кашкадаринской области. Только в Кашкадаринской области площадь тутовых плантаций превышает 6 500 гектаров, и все они переданы шелководческим кластерам, которые распределили их между 779 сельчанами. Не пустует даже маленький клочок земли. В целях ее эффективного использования между рядами размещают различные агрокультуры. Торту 2 гектар плантация брели жарашартного тузган холда 5 адамга. Более 4 гектаров тутовых плантаций на основе годового договора аренды выделены 5 сельчанам. Между рядами выращиваются овощи, бахчевые культуры. С них не взимаются налоги. В нынешнем году в Кашкадыре планируется из 36 364 коробочек грен заготовить 2000 тонн коконов шелкопряда. В первом сезоне выращивают более 29 тысяч коробочек грен. Намечается получить 1649 тонн ценного промышленного сырья. Вместе с тем, в эти дни распределены между шелководами еще 7273 коробочки, которые уже во втором сезоне должны принести 351 тонну урожая. Несмотря ни на какие трудности, связанные с капризами природы, шелководы прилагают все усилия для того, чтобы вырастить намеченный урожай. От сильного снега ночью 9 апреля этого года пострадали тутовые плантации на 3845 гектарах. С учетом этого принимаются дополнительные необходимые меры по обеспечению шелководов кормовой базой. Хозяйства, занимающиеся выращиванием коконов шелкопряда, тутовые плантации закреплены за обществом с ограниченной ответственностью «Родион Силк» в городе Карши, способное перерабатывать в год 500 тонн коконов. В две смены работают 250 человек. Предприятие в постоянной связи с тружениками, ибо именно от такой слаженной работы во многом зависит бесперебойность производства. На местах оказывается практическое содействие на протяжении всего процесса заготовки сырья. В прошлом году здесь заготовили 560 тонн коконов шелкопряда. Помимо пряжи выпускаются ковровые изделия из шелка. В 2019 году в Кашкадаринской области в соответствии с годовым планом выращено 2000 тонн коконов шелкопряда. Они до сих пор перерабатываются. В нынешнем году намерены также выполнить план. Проводится работа по экспорту продукции и дальнейшему улучшению условий труда. Во всех фермерских хозяйствах и с надомниками заключили договоры и выдали аванс. Также в городе Шахрисабз организовали еще один шелководческий кластер, который охватит 4 района области – Китабский, Шахрисабский, Якобакский и Чиракчинский. В настоящее время подняли здание и завершаются последние монтажные работы. Еще один практический шаг в дальнейшем развитии шелководческой отрасли страны.